Руководитель администрации президента Азербайджанской республики академик Рамиз Мехтиев встретился с делегацией во главе с руководителем канцелярии администрации президента Казахстана Махмудом Касымбековым. До начала встречи академик Рамиз Мехтиев довел до внимания, что распоряжением президента Азербайджана Илхама Алиева за заслуги в укреплении связи между нашими странами члены казахстанской делегации награждены медалью Терекге и вручили им медали. Отметив, что между Азербайджаном и Казахстаном существуют образцовые на постсоветском пространстве отношения, Рамиз Мехтиев сказал, что между великим лидером Гейдаром Алиевым и президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым всегда были тесные дружественные связи. Общенациональный лидер всегда высоко ценил деятельность главы казахстанского государства. Президент Нурсултан Назарбаев также с большим уважением относился к великому лидеру Гейдару Алиеву. Руководитель канцелярии администрации президента Казахстана Махмуд Касымбеков просил передать приветствие президента Нурсултана Назарбаева президенту Илхаму Алиеву. Отметив, что в Казахстане с чуткостью относятся ко всему, что связано с Азербайджаном, гость подчеркнул, что крепкие дружественные связи, основу которых заложили Гейдар Алиев и Нурсултан Назарбаев, сегодня успешно продолжает президент Илхам Алиев. В заключение Махмуд Касымбеков вручил академику Рамзи Мехтиеву книгу «Открывший путь Родине», написанную об общенациональном лидере Гейдар Алиеве на казахском языке и презентованную в мае этого года в Астане. Севда Джафарова, Гумбат Мамедов, Азертач.